Макдональдс совместно с департаментом транспорта подготовит новую схему движения возле своего заведения с учетом плотного трафика и обеспечит ее реализацию. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии. Мэр с директором развития Макдональдс Юкрейн пришли к согласию, что первоочередного улучшения требует схема движения транспорта на локации возле ресторана быстрого питания, расположенного на 5-й станции Фонтана. Геннадий Труханов отметил, что городские власти заинтересованы и поддерживают развитие бизнеса на территории Одессы. Однако социально ответственный бизнес должен понимать последствия своей деятельности и взаимодействовать с городскими властями для обеспечения комфортного городского пространства. В свою очередь, представители компании заверили, что сделают все необходимое, чтобы ускорить реализацию проекта изменения дорожного движения с учетом плотного трафика. Таким образом, одесситов снова ждет смена движения оживленного транспортного узла.